Команды начинают эту игру. Поехали. Месси. Адурис Субельди. Это может быть опасная атака. Глик. Отличный удар. Всю работу заголовок. Ставь, ставь, не имеешь права. И это пенальти. И отличный шанс выйти вперед и выиграть матч. Искали спасение в собственной штрафной, а вот что нашли, это большой вопрос. Вообще пробить пенальти и забить разные вещи, но сейчас они совпали. Без шансов для вратаря. Вот так был реализован пенальти. Первый гол в этом матче был забит на 7-й минуте. Посмотрим за этой атакой. И это удар! Ложатся они под мяч, лишь бы не было гола. Терпеливо ждут они своего шанса. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Надо забивать. Гол! Снова равенство на табло. И совершенно не обязательно, как мы видим, бить изо всей силы. Действительно, главное сохранять хладнокровие и рассудительность. В итоге мы это и увидели в этом моменте. После ответного мяча у нас 1-1. Пишчик. Адурис Субельди. Глик. Может получиться интересная атака. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? И легко прерывает эту передачу защиты. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Рамос. Пишчик. На пару решили разыграть эту комбинацию. Пока неплохо. Голкипер забирает мяч. Лэмпард. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. А сейчас вперед можно выйти. И спасает сейчас свою команду голкипер. Да, действительно, замечательно играет на выходе. Теперь в атаке соперник. Мертенс. Отлично сыграно, надо решать. Великолепный пас. Не получается подачи, защита легко с ней справляется. Надежно за боковую.
Защита надежно играет, мяч отобран. Ибрагимович. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Этот навес не проходит. Защитник надежно сыграл в данной ситуации. Пишчик. Адурис Субельди. Ибрагимович. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Лэмпард. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Это может быть опасно. Лэмпард. Отличная игра в пас. Все точно и по делу. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Потерял он мяч. Но кому он достанется? Модрич. Долго держит мяч команда. Но пора как-то обострять. Мяч потерян. Отличный перехват. Отличный удар. Невероятное спасение. Так, теперь надо отбиться на угловую. Просто невероятный перехват. Глик. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Это может быть опасная атака. Надо постараться доставить мяч в штрафную. Ситуация к этому располагает. Послушайте, надо больше тренироваться. Так вводить мяч в игру нельзя. Ба. Рамос. 3 минуты добавлено к основному времени. Рамос. Фегули. Футбол на Сантьяго Бернабео продолжается. Смотрим дальше. Посмотрим за этой атакой. Арбитр назначает штрафной недалеко от ворот. Ну что, прямой удар? Пас в разрез очень точно. Мертенс. Теперь у них преимущество в один мяч. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Глик. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу.
Друзья, вы поворотов-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Мертенс. Забирает мяч голкипер. Попытка обострить игру. Ибрагимович. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Рамос. Нарушение очевидное. И судья может показать карточку. Желтая карточка. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Хозяева выигрывают, а игроки и болельщики гостей все чаще обращают внимание арбитра на затяжки времени. Но это абсолютно ожидаемо и логично. Хозяевам спешить некуда. Им нужно сохранить при... Надо забивать! И... Опасно! Гол! Перевес в счете, следствие перевеса в игре, инициатива, мяч, территория, количество опасных моментов. Все на одной половине поля, ну и следствие всего этого на табло. Если говорят, когда, что вратарь половина команды, то это не про наш случай. Сегодня совершенно все наоборот. Если это и половина, то сегодня явно не лучше. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Фигули. В этой атаке оборону пройти не удалось. Модрич. Пошли последние полчаса игры. Есть хороший адрес для передачи. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Бить надо! Немного поторопился он вне игры. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Ба. Фигули. Это может быть опасно. Защита надежно играет. Мяч отобран. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Модрич. Терпеливо ждут они своего шанса. Эриксон. Хороший пас во фланг. Ба. Рамос. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Отлично задумано. Отлично исполнено. 5 баллов. 20 минут осталось играть. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Фигули. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Пирло. Он уходит от защитника. Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. Стоп-машина. Атака завершена. Удар от ворот. Не прошла эта передача мяч у соперника. Тут может что-то получиться. Ибрагимович! И это гол!
Ну что ж, камбэк может состояться. Снова лишь один мяч разделяет команды. Серьезно уступала одна из них, а теперь подобралась к сопернику вплотную. И тут все может измениться за какие-то секунды. Вот это серьезный поворот. Это дополнительный сюжет нашему матчу. Джака. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Штрафной удар в такой важный момент. Отличный момент, но оборона на высоте. Очень важный угловой, от него во многом зависит судьба матча. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях, непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо пан, либо пропал, поэтому эмоции и бьют через край. И это удар! Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Считанные минуты до конца поединка. Ох, какая нас ждет концовка. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Посмотрим за этой атакой. Где же удар? Какая реакция, какой прыжок, класс! Остается совсем немного времени до конца игры. И если забьют с этого углового, на то, чтобы отыграться у соперника, просто не останется времени. Никому из игроков после этого розыгрыша и покинул пределы поля. Рамос. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Великолепный пас. Удар. И он забивает. Этот гол вполне по игре. Команда доминирует на поле, и нет ничего удивительного в том, что они увеличили разницу в счете. Вот молодцы, этот гол никак не меняет расстановку сил. Вообще пробить пенальти и забить разные вещи, но сейчас они совпали. Пас в разрез очень точно. Мертенс. Теперь у них преимущество в один мяч. Надо забивать! И... опасно! Гол! Тут может что-то получиться. Ибрагимович! И это гол! Великолепный пас. Удар. И он забивает. Этот гол вполне